В Иванове четвертый год подряд презентуют лучшие коллекции одежды молодых и опытных дизайнеров. Европейская неделя моды Ива Fashion Week привлекает к себе огромное внимание со стороны представителей модной индустрии. Это серьезное мероприятие проводится по европейским канонам. Бренды ивановских дизайнеров продемонстрировали профессиональные манекенщицы из международного модельного агентства. Наш формат именно европейский, именно модный формат, поэтому здесь присутствуют самые модные дизайнеры города, самые интересные, творческие, у кого яркие коллекции и кто действительно шьет настоящие коллекции в формате евро от 30 и более вещей. Свои работы представили такие дизайнеры, как Мария Першина, Ольга Каурцева, Анна Бурак и Анна Ладихина. Ольга Каурцева презентовала коллекцию вечерних и коктейльных платьев «Роза». Новые наряды от Ольги Каурцевой сначала увидели в Европе. И вот теперь яркую коллекцию, богато украшенную бисером и кружевами, презентовали ивановцам. Я считаю, что если ты дизайнер, ты должен, безусловно, каждый ежесезон выпускать коллекции, показывать свое творчество, представлять какое-то свое видение моды и предлагать, ну, я женщине одеваю, что нынешний сезон одеть. Безусловно, мы не могли пропустить это событие. Ольга Каурцева открыла небольшой секрет. Коллекция «Роза» в ближайшее время будет дополнена 7 новыми моделями. Расширенный вариант коллекции дизайнер планирует презентовать на неделе ярославской моды в конце ноября. Любовь Почерникова, Андрей Синьволков, РТВ Иваново.